Хай всем сталкерам, с вами я, сталкер Баннерщик, и мы продолжаем выживать в аномальной зоне сталкера онлайна. А выживать мы сегодня будем на Тунгуске. В общем, с аэропорта я перепрыгнул на Тунгуску, и теперь тусуем здесь. И, как вы видите, я опять в костюме Марса. Ну да, Марс-то у меня тут лежит. Я побегал какое-то время, пофармил артефакты, но это была ночь, прям глубокая ночь. Не было вообще ничего видно. Многие сталкеры говорят, что ночью плохие репортажи получаются, поэтому я это не снимал. Просто так побегал, пофармил арты на 200 штук. Пострелял панцирных верлиок. Ну, если честно сказать, реально вообще не было ничего видно. То есть я бегал вслепую, то есть. Узнавал, что панцирные верлиоки меня атакуют только по чату. Когда вот я вижу, что урон идет, все, я тогда поворачиваюсь, о, смотрю, панцирник. Да, реально было темно, но я нафармил и альфа-экраны, и бета-экраны, и резины альфа и бета. Неплохо. В общем, у меня сейчас денег 1 600 000. Нет, конечно, 1 600 000 я не нафармил. Давайте по порядку. Итак, мне один сталкер прислал посылочку давно еще, но я ее не открывал, потому что меня здесь не было. Итак, я пришел сюда, и вот посылка от сталкера Я и Твердый Знак. Он мне прислал на минутку самогон, костюм Марс, антирад, чертовка, брусниковка и психомоторный стимулятор. Большое тебе спасибо. Комментарий от него был: удачных ходок тебе, сталкер. Тебе тоже, и большое спасибо, конечно, за этот подгон. Но костюм Марс у меня тут на тот момент уже был. Поэтому я один костюм Марс выставил на продажу и продал его за 1 450 000. Я бегаю сейчас в том костюме, который мне прислал сталкер. У него был один рем и прочка так, 96%. У меня был такой же костюм, только у меня без одного рема был. Я продал свой костюм за 1 450 000. Ну, в общем, за сколько купил, за столько и продал. Плюс еще арты пособирал. У меня сейчас 1 632 000 рублика. Панцирных верлиок настрелял в предыдущей ходке. Вот у меня 9 лап панцирных верлиок продается. Я их за 130 000 продаю. Пусть. Одной не хватило немножко. Ну что, у меня с собой Бенелли. Я опять вернул себе Бенелли. Я обменял обратно, то есть Джекхаммер на Бенелли. Джекхаммер хорошая пушка. Да, в предыдущем видосе я тестировал. Фулшиз тестировал. Джекхаммер. Мне все понравилось, но это все-таки что-то как-то не сталкерское. Вот сталкерское это вот. В костюме Марс бегать, допустим, с маком или в костюме охотника. Ладно. Итак, у меня с собой винтовка еще есть. Мне дали тоже потестить. Я ее не покупал. У меня винтовка снайперская МК-12 СПР Вуд. Крашеная винтовочка. Я буду ее тестить. У меня немного патронов под нее. 300. В общем, будем ее тестить. Да, кстати, скажу спасибо еще сталкеру Беляку, который мне подогнал. Давайте посмотрим. Кладовку. Ну, он мне подогнал не здесь, я сюда пришел. Он мне подогнал маску English и кепку, это, кепку охотника. Она у меня на другой локации лежит. Где она у меня? Давайте откроем Серегу Челнока. Вот, кепка. Охотник он мне подогнал. Потом мне еще сталкер подогнал. Один мозай. Так, это не то. В общем, подогнал он мне маску English, кепку охотника. Ну, я бегаю в шапке. Шапка мне привычнее. Я кепку одевал, но как-то несуразно она смотрится. В общем, не понравилось. И мне еще он подогнал антитоксин и антирад. Антитоксин прикольная штука, у меня до сих пор вколот. То есть, сами понимаете, от чего он. И антирад Вов тоже сами знаете от чего. Так, колбаска доедим. Колбаска была очень вкусная. В общем, бегаю я сейчас в Марсе. Собираю здесь артефакты. То есть у меня МСТ. Это тоже не мой, мне тоже дали его погонять, как вы видите. Ремонтирован 26 раз. Да, старый убитый. Я себе коплю сейчас на новый. Ну а чё?
У меня 1 600 000 есть. У меня очень много продается бандитского шмота. Где-то еще на 1 000 000. Это 2 600 000. Я думаю, за такую цену мы МСТ купим. Давайте посмотрим, что там на доске. Так. Уберем сейчас все. Так, так, так. Штурмовые винтовки обновить. Давайте посмотрим. Ну, 102 я уже брать не буду. 107 мне не хватит денег. А вот АК-74М стабилизированный. 2 800, 3 где-то. О, даже за 2 продают. Но это, скорее всего, убит он совсем на 100%. Да, отремонтирован 21 раз. Нет, конечно, такой я покупать не буду. Буду покупать где-то за 3 ляма. Ну вот, смотрите, за 3 ляма можно купить новый. Вообще прям нулевый. Ну, я, конечно, поторгуюсь, посмотрю, что да как. Ну, в общем, мне нужно 3 ляма. Почти 1,5 ляма у меня есть. Заработать еще 1,5 ляма здесь не проблема. Итак, хватит болтовни. У меня с собой Бенелли мой. Ну что, пробежимся, посмотрим, как сегодня насчет артефактов. Я, конечно, уже, как говорил, бегал. Но давайте еще разочек. Из сталкеров тут достаточно. Пробежимся. Но перед тем, как я пойду за артефактами, у меня есть квест. Так, по следам истории. Вот он, квест. Похоже, Вульф вам угрожает. Нужно найти человека, который сможет вас защитить. Следует обратить внимание на действительно влиятельных и сильных людей. Как вы знаете, кто смотрел предыдущие репортажи из зоны, я бегал и у бандосов, и у наемников, и у ученых узнавал. Но никто мне не помог с этим. Мне сталкеры подсказали, что нужно обратиться вот к Леониду Кесаревичу. Давайте, обратимся. Мне нужна защита. Так, за какого-то проходимца я ступать не собираюсь, тем более жизнью рисковать. Так что обратись-ка лучше к своим друзьям, если такие, конечно, у тебя есть. Закончить диалог. Как вы видите, даже Леонид Кесаревич за меня заступаться не хочет. К кому мне обратиться, я уже не знаю. Я был у всех. Но ни Штопор, ни Леонид Кесаревич мне не хочет помогать. Я не знаю почему, какая нужна репутация или какие нужно выполнить квесты. Ну, смотрите, у меня у барыг 7 100, у бандитов 5, у военных минус 100, у наемников 8 600, у регистраторов, ладно, будем считать, у охотников 3 800, у ученых 7, у сталкеров почти минус 5 и у белого братства минус 5 20. То есть к кому мне обращаться, чтобы мне помогли? Я не знаю. Если кто в курсе, отпишитесь, пожалуйста. Сообщите мне как-то. Очень охота этот квест пройти, но никто мне не хочет помогать. Ну, единственное, что я думаю, может быть, к полковнику подойти. Хотя, скорее всего, пошлет он меня куда подальше. Ну, давайте зайдем к полковнику. Поинтересуемся. Может быть, все-таки что-то он мне подскажет. Мне нужна защита. Извини, но с Вульфом я связываться не собираюсь. Если бы ты знал, на кого он работает, тоже бы не стал бы. Земля тебе пухом, сталкер. В общем, никто мне помогать не хочет. Вот такие вот дела, такие вот пироги. Ладно, прикупим себе патронов. 5,45. 300 штук купим, хватит. К кому мне обращаться? Я и к ученым обращался. Ну вот, если честно, я к ученым на Новой Земле не обращался. Может быть, все-таки у меня репа ученых не хилая. А там я забыл к ним обратиться. Посмотрим, может быть, они помогут. Ну а пока гол за артефактами. У меня контейнеры полные. МЗА. Сейчас мы зарядим. Зарядим батарейками. Сбегаем в небольшую ходочку. Честно, я сюда пробежал ради посылки, которую мне сталкер отослал. Просто было интересно посмотреть. Ну и тут как бы рядом я был. Так, видите, я не зря сюда забежал. Теперь фармимся на артах. Мне нужно заработать около 3 лямов. Бегаем, фармимся, смотрим, что да как. Я не знаю, сталкеров сейчас дофига. Когда последний рейс был резины, я не знаю.
Ну что, побегаем здесь в округе, посмотрим, что да как, может быть, и повезет. Если не особо сильно повезет, пойдем экраны собирать. В принципе, деньги есть, можно и на Тунгутску, на караван сбегать. Вон сталкер верлиок разделывает. Погода, как вы видите, хорошая, солнечная. Многие сталкеры просили, чтобы я снимал репортажи днем, пожалуйста. Ночной репортаж я снимать не стал, а вот дневной вперед. Ну, ночью, конечно, прикольнее бегать. О, корень. Ага. Мое. Корень аира — это хорошая штука. Один из ингредиентов для обмена на стаброствор, для фарма стаброствора. Нехило так. Собираем, бегаем. Опа, еще один корень. Мы вдвоем поднимаем. Кто подымет, он поднял. Ну, ему больше повезло. Ладно. Не буду я с ним тут соревноваться бегать. Он побежал в одну сторону. Я пойду в другую. Так, ладно. У меня стоит сейчас пистолет-пулемет. Ну, я думаю, лучше поставить, наверное, все-таки калаш. Так, стандартный прицел. Ну, погнали, посмотрим, что тут у нас насчет резинок. Может быть, что и найдем, почему бы и нет. Полтора ляма здесь заработать не так уж и долго. Если честно, вот день пообегать, полтора лямов, да в принципе, смотря как повезет. Можно даже пару часиков побегать и полтора ляма собрать. А что, смотря какие артефакты будут попадаться. Все прекрасно понимают, может попадаться альфа-арты, а могут попадаться и какие-нибудь гамма- или дельта-арты. И это уже совершенно другие цены. Но пока не попадается еще ни один арт, пока еще я счет не размочил в этой ходке. Ну, я всегда могу пойти собирать экраны. Это все-таки дельце прибыльное. Надоест здесь, не вопрос, пойду в аэропорт. Там, как вы знаете, тоже нехило артефактов можно добыть. Побегаем, сейчас посмотрим. Ну, что-то пока резинок нету. Ну, бегаем, смотрим. Пойдем в сторону, наверное, я думаю, самолета. Ну, а почему бы нет? Сходим, посмотрим, что там интересно есть. Побегаем, поглядим. На, панцирников я в предыдущую ходку настрелял прям нехило. Это 9 у меня лап с собой, а некоторые панцирники были без лап вообще. Там был свинец у них. Вот у меня единственное, что не получилось, это с этими, с ведунами. Темно же было, бегал прям вообще реально, хоть глаз выколи. А ведуны же, они в темной одежде ходят, ну не видно их нифига. Подбегаешь, вроде нет никого, на тебя бац со спины. Как вы знаете, тут ведуны прям нехило убивают. В общем, пару раз мне валили ведуны, я так в итоге ни одного ведуна не подстрелил. Ну сейчас, как вы видите, народу полно, сталкеров тут куча бегает. Не факт, что я тут найду что-нибудь, даже артефакт какой-нибудь. Поэтому я думаю, нужно сбегать в сторону жарок и там уже пофармиться. Я примерно немного уже начал изучать места скопления жарок. Уже примерно представляю себе, где респаются альфа-экраны, а где бета и где гамма. То есть, какое-то представление уже об этом я имею, где лучше бегать. Но пока это только на уровне теории. Пока 100% это неизвестно. Но вот бегаю, изучаю. Все-таки я не новичок, можно сказать, еще в этом деле. Ну, в сборе артов. Именно по жаркам, чтобы бегать. Пока изучаем все. Но более-менее какая-то информация уже есть. Итак, ладно, резинок вроде нету. Ну что, бежим по альфа-артефакты. В основном, да, альфа встречается. В общем, идем в сторону базы друидов. У меня почему-то
Я в ходку собрался, вроде все есть, но вот нет у меня противоядия. У меня, конечно, вколото это противоядие такое большого срока действия, но это немножко не то. Все-таки противоядие нужно с собой иметь обычное, а у меня его почему-то нету. Поэтому пойду сейчас куплю. Ну и, наверное, пару аптек тоже пригодится. Ладно, давайте. Вот я на базе друидов. Вот он, доктор. И куплю лекарства. Давай я тебе куплю два противоядия. Ну и аптечку побольше. Вот так вот. Я думаю, прям мне хватит надолго. Так, давайте глянем. Вода есть. Антирада достаточно. Патроны есть. Так, если что, Бенели у меня есть. И батарейки. Ну, в общем, у меня все есть. Все, что нужно сталкеру для ходки. Ну что, go фармить экраны. Посмотрим, как мне повезет в этот раз. Не знаю, но будем надеяться, повезет. Итак, давайте сразу поднимемся вот сюда, вот в эту сторону. Вот тут-то прям самое ништяк. Да хотя, если честно, там везде ништяк. Только вот давайте поднимемся здесь, чтобы около горы пройти. Частенько я встречал артефакты альф, это экраны альф, бета и экраны гамма. Именно там, где тусуют отверженные. Вот там рядом с ними очень частенько они попадаются. В таких спокойных местах, где отверженных нету, нет собак, но в основном экраны альфа респаются. Ну, конечно, это еще не стопроцентная информация, но вот так немножко начал подмечать по чуть-чуть. И поэтому мы туда и бежим. Ну, в общем, бежим мы в сторону жарок и будем везде искать. А там как повезет, посмотрим. Повторюсь, сталкеров уже много сюда набежало все-таки. Нормально. Видите, вон, марсианин бегает, он за ним. Еще один марсианин. То есть, вполне возможно, что придется оттуда просто тупо сваливать. Ну, бегать здесь из-за двух-трех артефактов как-то неохота. Я лучше пойду, к примеру, в сторону аэропорта. Ну а что? Там есть артефакты любые, какие хочешь. Там не так уж и много сталкеров. Там есть рядом база. Единственное, там нету аптечек, но... Ну, вернее, там нету доктора. Нельзя купить аптечки, нельзя купить антирад. Но у меня с собой много всего. Я, если честно... Там-то не так сильно не буду тратить. Вот, смотрите, первый экран. Бета. А вот... Как вы видите, на меня бежит отверженные. Вот что я говорил. Отверженные. А рядом, блин, артефакты хорошие. Вот именно где отверженные, там бета-артефакты и гамма прям очень часто появляются. Поэтому желательно забегать сюда почаще. Итак, первый артефакт, ну, положим в контейнер. Экран бета. Ну что, ходочка началась. Глянем, что будет дальше. Побегаю какое-то время. Если честно, я тут уже бегал, что-то поднадоело. Хочу... Да, я хочу на локацию аэропорт. Там мне что-то больше нравится. Там разные артефакты есть. Там и медведи можно пострелять. От души просто. Ну и вообще там точка сохранения рядом. Вот убило тебе, раз. Сохранился. Там недалеко, допустим, до того же самого гурмана. Также можно вернуться в любое время на Тунгуску. В общем, местечко такое нехилое. Да, я, конечно, не в своем обычном костюме, не в костюме охотника. Ну, я могу какое-то время в Марсе побегать. А потом вернуться опять. Многие сталкеры в Марсе бегают по всей зоне. Ничего так. Не только по жаркам. Ну что, тут у нас что-то не густо, если честно, как вы видите. Не густо. Давайте сбегаем в сторону самолета, в сторону аэропорта. Вот, видите, отверженный за мной побежал.
Но я постараюсь от него свалить. Ну вот, еще один отверженный. Мы их быстренько так, по краешку. Лишний раз их стрелять неохота. Зачем патроны тратить, когда их можно оббежать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежим. Да, вот, кстати, здесь нужно немножко подвиснуть, потому что здесь... Ах ты, здесь меня как раз и убили. Подвис называется, что? Ну что ж ты, надо было дальше, сталкер, бежать. Ну ладно, выходим в безопаску. Потерял антирад, санитарный набор, корень аира, блин. Вот корень аира, конечно, не хотелось бы терять. Ну ладно, давайте сделаем так. Все-таки есть такая у меня мысля свалить отсюда и свалить в сторону аэропорта и там пофармить. Там такое местечко очень даже неплохое. Надоело мне немножко по жаркам бегать, поэтому мы экипируемся в костюм охотника. Да, конечно, по жаркам мне будет в нем сложновато бегать, но это зона, легкого тут не бывает. Поэтому я экипируюсь опять в охотника. Марс оставим здесь. Брусниковку, чертовку заберем с собой. Так, еда у меня есть с собой? 4. Давайте еду с собой возьмем, почему бы и нет. Так, ну что тут у нас? Аэр-кусты. Ну, оставим пока здесь, пусть лежат. Голубику даже посылкой не будем отправлять, потому что, ну, что тут отправлять? Мало. Итак, экипируемся, экипируем гранату, тут сталкер меня спрашивает, подскажи, пожалуйста, сколько стоит переход с Турунги на аэропорт, давно не играл. Блин, а вот, если честно, не знаю, около полтинника, кажется. Около полтинника, вот, или тридцатку, блин, если честно, я особо тоже не интересуюсь, ну, трачу и трачу деньги. Так, давайте... скинем контейнеры вниз. Вот один сталкер сказал такую идею, что он замечал, если предметы, те, которые не могут выпадать из рюкзака, то есть фляжка, к примеру, контейнеры, брусниковки всякие, вот психомоторный стимулятор, ну что еще не может выпасть? Оружие, то есть та же самая брусниковка, допустим, нишка, квестовый предмет, оружие, что еще не может выпасть? Также вот брусниковку я кладу. И чем ниже вот эти предметы, которые выпасть не могут, тем меньше шанс что-то потерять. Если, к примеру, вот внизу у меня лежат аптечки, допустим, патроны, то есть большой шанс их потерять при смерти. А вот если они будут чем выше лежат, тем, допустим, они меньше теряются. Я не знаю, вот пока пробую это проверять, ну, блин, пока точно неизвестно. Вроде меньше стало теряться, вроде нет. Ладно, поэтому я всегда стараюсь те вещи, которые не выпадают никогда, ни при каких обстоятельствах, я их кладу вниз. Итак, давайте, что у меня? У меня экран бета здесь. Ну что, продавать я его не буду, ну а смысл? Пусть лежит. Хотя, особо я и не теряю. Давайте продадим, ладно уж. Продадим экран бета за 23 тысячи. Так, ну что, мне нужно прикупить? Нет, мне ничего не нужно прикупать. У меня есть антирад, у меня все есть. Да, наверное, я какое-то время с Тунгуски свалю. Ну, денег я тут заработал нехило, как вы видите, у меня 1 600 000. То есть я продал Марс, продал артефакты. Я думаю, можно отсюда свалить и пофармить какое-то время в аэропорту. Но в аэропорт я не хочу идти прям напрямик. Я хочу сбегать в круговую. То есть по низу пробежаться, вот по этим местам. По этим местам, по этим. И в итоге сделать такой круг и выйти уже в сторону локации аэропорта. Или именно самого аэропорта. Да, ну что, попить надо перед дальней ходкой, я думаю. Пожрать тоже не мешает. У меня, как вы видите, хлеб даже стоит. А чё у меня хлеб стоит?
Можно и мясо съесть. Давайте мясо сожрем. Ну что, все, я экипирован. Погнали. Все, одел я своего охотника. Вот теперь я настоящий сталкер. Не в шизе, который бегает. В шизе это так, это не сталкер. А вот я теперь настоящий сталкер в охотнике с армейским, с автоматом и с пистолетом-пулеметом. Вперед! По аномалиям за артефактами. Ну, а раз я уже все-таки не в Марсе, давайте стараться немножко химические такие аномалии обыграть. На, получи, зараза. Да, пробежимся здесь. Здесь все-таки чуть-чуть безопаснее. Ой-ой-ой. Не так уж тут и безопасно. Ну да, паучки водятся. Ну, это нормально. Ага. Укусить меня хотел. Ну, у меня действует. Это средство, как оно называется, сейчас гляну. Антитоксин, да. Я особо насчет этого не парюсь. Ну что, пробежимся, конечно, здесь, а все равно... Другой дороги нет. Самый ближний путь это тут пройти. На быстрой скорости так пробежимся. А может быть и резинку найдем. Так, давайте здесь. Да, была мысля, конечно, у меня сходить на караван, но я делал недавно ходку, и что-то мне, если честно, там особо не понравилось. Ну что раньше на караван ходили? Добыть крутые арты. А сейчас крутые арты можно и здесь найти. Смысл ходить на караван? Не, конечно, когда-нибудь мы туда сходим. Но сейчас у меня цель заработать деньги и купить себе автомат новый калаш. Поэтому мне нужно оптимизировать расходы свои и увеличить прибыль. Самый оптимальный вариант, я думаю, это вот аэропорт. Там можно нехило артефактов поднять. Как вы видели, я недавно, ну, не так давно фармился на аэропорте и нехило там разных артов насобирал. Там особо даже и денег тратить не стоит. Даже не нужно, то есть, там тратить. Был бы там еще доктор где-нибудь, вообще была бы красота. Но всегда можно перейти в сторону гурмана, прикупить аптечки и вернуться в сторону аэропорта. Все вы прекрасно знаете. В общем, локация очень нехилая такая. Там и денег заработать можно было неплохо. Да и сейчас можно. Ну и, соответственно, и потратить там особо не потратишь. Ладно, давайте-ка вот здесь пройдем. Тут боровы могут быть. Ну, у нас автомат... Я особо боровов не боюсь. Тем более тут сталкеры уже, я смотрю, зачистили немножко местность. Да, я пока еще не привык к этому автомату. У меня, как вы видите, стоит МСТ. Не привык я к нему еще. 74М стабилизированный. Все-таки 102 мне как-то больше по душе был. Опа, впереди боров. Давайте. А я вообще пошел не в ту сторону, если честно. Мне нужно вот туда. Да, туда, где боров нету. Хотя можно было и боров подстрелить, но у меня цель не стрелять боров, а артефакты можешь пособирать. Ну, отличные от резинок и отличные от экранов. Все-таки, когда я иду вниз, там уже есть и электры, там есть и карусели всякие, и молотилки там можно, и подушки найти, и щиты можно найти, и антигравы, и стабы. Ну, если честно, я щит после обновы еще не находил. Оказывается, он теперь такой редкий артефакт, его часто хотят купить, но очень редко продают. По крайней мере, я ни разу еще щит не находил, и мне было бы интересно его найти. Итак, я зашел совсем не туда, как вы видите. Мне нужно вот сюда. Вот сюда мне нужно. Да, немножко я ошибся с курсом. Ну что? Горы мы, конечно, не пройдем. Пойдем по этой стороне. Потом сюда завернем.
Да, немножко я ошибся с курсом. Давно тут не был. Зато ягоды морожки, мне они по квесту пригодятся. Да и здесь такое место хорошее, погулять просто по зоне. От души можно. Поэтому просто гуляем. Так, ну что, надо древесину подобрать. У меня есть древесина, нет с собой. Да, есть. Теперь мне хватит, если нужно костер развести. Так, ну что, сейчас сделаем такой небольшой крюк. Проходим тут и вот все вот эти места аномальные. Может быть, что найдем. Опа, сталкер бежит. А это печально. Бежал, наверное, оттуда. Ну что, давайте мы к егерю. А что, давайте к егерю действительно добежим, там сохранимся. Почему бы и нет? И уже от егеря будем шерстить аномальные поля. По крайней мере, если я умру там или меня убьет мутант, я около егеря окажусь. Самый оптимальный вариант. Что, у меня аптек достаточно. Антирадов всяких. Ну, в общем, у меня куча всего. Давайте еще психомоторку кольнем. Почему бы и нет? Спасибо сталкеру, который мне ее прислал. Сам что-то забыл про психомоторку. Надо ее как-нибудь купить себе. Пару-тройку шприцов. Собираем ягоды, клюквы, морожки и все остальное дребедени. Все это пригодится в дальнейшем. Итак, я впереди вижу палатку егеря. Блин, место-то у него тут такое прям путевое. Сидишь, отдыхаешь. Ну а что, своя палатка, можно сказать, дождик не намочит. Красота. Ладно, я думаю, нам надо тоже немножко посидеть около палатки, отдохнуть. Да, чувачок? И продолжить. Ладно, садимся греться у костра. Так, посидели, отдохнули. Пора и честь знать. Давайте сходим, проверим вот эти аномалии. Побродим, погуляем здесь, пока не стемнело. Да, уже стемнеет в зоне. Как видите, луна уже показалась. Надо до темна успеть пробежать. Посмотреть аномалии. Чё да как там. Может быть, какие-нибудь артефакты подберем. Ну, в общем, надо поглядеть, посмотреть. И успеть, конечно, еще добежать до аэродрома, до самолета и перейти на локацию аэропорт. Ну, не будем загадывать заранее, давайте просто пробежимся, посмотрим, что да как. Итак, что у нас тут? Ягоды голубики подбираем. Так, а по карте у нас аномалии чуть-чуть в стороне. О, тут еще и дождь пошел. Погода окончательно испортилась. Да. Вы видите, все печально. Но это погода. Она бывает хорошая, бывает плохая. Это нормально. Продолжаем гулять. Так, не забываем, что я теперь в обычной своей экипировке. И нужно быть внимательным. Особо по аномалиям не побегаешь, конечно. Так, ну что, разрядничек ничего нам не принес. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Еще один разрядничек. Не густо, не густо. Так, ну вот. Кстати, пошел дождь и сразу как-то резко кончился такой. Слепой, наверное, дождик был. Быстро он кончился. И это хорошо. А так как мы видим луну, то будем надеяться, что ночь будет ясная. И будет все видно так же, как и днем. Ладно, посмотрим, что у нас тут. Пусто-пусто. Впереди у нас тоже ничего нет. Так, сверимся по карте, где мы. А, ну ладно, бегаем дальше, смотрим. Электр впереди. Мох. Хотя мха у меня очень много, но почему бы его не подобрать? Много не мало. Вот еще ягоды клюквы тоже подберем.
Впереди ягоды голубики, их тоже подберем, конечно. И что еще у нас? Ягоды клюквы. И ягоды клюквы мы тоже подберем. Варенье эти все потом забабахаю. Опа, я попал прям в аномалию. Ну, не страшно. Идем дальше. Бродим, ходим, артефакты находим. Но пока, если честно, ни одного артефакта я не нашел. Ну, как видите, валяется чей-то хлам. Кто-то здесь уже умер. Да, 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 да. Но мы не будем заходить. Так, ну что, сталкеры здесь пробегали и даже умирали. Это не есть хорошо, поэтому валим отсюда. Ну а смысл тут бегать? Скорее всего, ничего не будет. Валим на другие аномальные поля. Посмотрим, что там у нас есть. Так, по курсу они где-то вот тут начинаются у нас. А, тут боровы. Ну вот такая, можно сказать, полоска с аномальными полями. Тут здесь можно выключить уже детектор, он тут не нужен. По дороге можно кольнуть себе антирада, почему бы и нет. И быстренько добежим. Так, а тут у меня что отмечено? Тут у нас аномалия, ягоды, аномалии. Да, побегаем. В принципе, место такое, не особо часто посещаемое. К егерю многие бегают. А вот так вот в сторону базы закат не особо много народу и ходит. Поэтому шанс найти там артефакт есть. Хоть там и аномалий не особо много. Сейчас проверим, как нам сегодня везет в этой ходке. Ну, если честно, пока не особо везет. Ягоды клюквы. На ягоды везет всегда. Тут их достаточно. Хватает всем. Итак, ну вот, начинаются аномалии. Вот они, эти аномальные поля. Давайте включим детектор. Уже можно. И пойдем посмотрим, чем нас зона сегодня наградит. Наградила она нас что-то активными аномалиями, в которых нифига ничего нету, как я понимаю, да? Ладно, бегаем, ищем, смотрим. Опа! Влетел в разрядник. Бывает. Так, впереди еще одна аномалия. Тут торопиться особо не стоит, тут действительно их много. Нужно ходить не спеша и аккуратно все рассматривать, искать. Аномалий достаточно. Опа, есть и первый артефакт. Стабилизатор всего лишь альфа. Ну, это артефакт, его стоит подобрать. По крайней мере, он красивый. Ну что, еще один артефактик. Кладем его в контейнер. Пусть лежит до лучших времен. Итак, ну что тут у нас? Факты, как вы видите, есть. Все, можно отсюда сваливать. Уже все я обыскал, все посмотрел. Нашел один стабик. Блин, хочу щит найти, но щит тут ни разу еще не находил. Блин. Щиты должны, по идее, быть в этих... В электрах тоже, да, если я не ошибаюсь. В электрах, в разрядниках. Но пока что-то как-то не встречалось мне, если честно. Ладно, идем сюда к сторону озера. Тут есть химические аномалии. А там, как вы знаете, частенько встречается резина. За резинкой мы и направимся. Здесь нету, конечно. Их издалека видно. Так, древесину не будем подбирать. А вот ягоды клюквы с удовольствием подберу. Ох, чувствую я
когда наступит зима в зоне, я варенье себе забабахаю. И буду всех сталкеров угощать. Но не за бесплатно, конечно. Все-таки это зона. А за бесплатно тут не бывает ничего. Так, по дешевке, если только знакомым. Ладно, бежим дальше. Пробежимся вокруг этого озера, посмотрим, что тут да как. Да, химические аномалии здесь есть. И нужно все это дело проверить. Они даже, смотрите, где есть. Наверху, вон там. Я не думаю, что тут толпы сталкеров бегают. Поэтому, если есть артефакт, вот вы видите, резина альфа. Да. Если есть артефакт, то он тут есть. Ну что, неплохо. Если есть одна резина, значит, может быть еще одна резинка. Проверим? Конечно. Обязательно пробежимся тут, посмотрим. Может быть, еще на одну повезет. Кстати, вот в аномалиях, ну, вернее, в воде тоже есть же аномалии. Там же тоже, по идее, могут быть артефакты, правильно же? Я видел, многие сталкеры ходят по воде, вот по этим аномалиям смотрят. Детектор на такое расстояние, в принципе, не добьет. Чтобы что-то найти, нужно в воду заходить. Но в воде я тупо утону. Поэтому опасно заходить все-таки в воду. Пробежимся по берегу. Ну что, нету? Нету второй резинки пока. Бежим, смотрим дальше. Ну, если нет, я особо не расстроюсь. Она могла еще не появиться. Может быть, кто-то и пробегал здесь, кто-то собрал. Все может быть. А может быть, просто тупо не заметил. Я же тоже не всевидящее око. Могу и артефакт пропустить. Пробежать. Ладно, нет так нет. Давайте еще один кружок поверху сделаем. У меня вот отмечено, вот что здесь у нас. А, ягоды. Ягоды. Ну что, соберем ягоды. От ягод я никогда еще не отказывался. Древесина мне нафиг не нужна. Ну, думаю, можно отсюда сваливать уже. Ладно, нашел я всего лишь одну резинку. Может быть, кстати, где-то еще валяется одна, я просто ее не вижу. Все может быть, кто же спорит. Бегать кругами по одному тому же месту слишком долго тоже не стоит. Блин, ягод я прям неплохо насобирал. Главное не потерять их и донести до кладовщика. Ну что, ладно. Побегали немножко, хватит. Я уже иду по второму кругу. Нечего по второму кругу тут делать. Хорош. Давайте сверимся с картой. Ну что, теперь база «Закат». Да, идем к базе, заката, там сохранимся, я так думаю. И уже ночь надо ходку завершать, переночевать. Потому что ночью по зоне ходить опасно. Ну и не видно нифига, если честно. Ягоды голубики подберем. Поэтому идем в сторону заката. Как романтично. В сторону заката. Так, ну что, химические аномалии есть? Резинки я не наблюдаю. Ну, все, сваливаем отсюда. Так, ну что я тут насобирал? У, голубики, морожки, клюквы неплохо, мох, брусниковку. А, бруснику. Стабилизатор альфа и резину альфа нашел. Ну и в начале ходки я еще нашел
экран бета. Такая, можно сказать, прогулочная ходка была. Просто побегали, погуляли по зоне. Немножко пособирали артефакты, немножко пособирали ягоды. Такая прогулочка была, можно сказать. Все, теперь идем на базу, там погреемся. Пообщаемся со сталкерами, если кого встретим. Если кто зайдет в такую даль. А вот, кстати, сталкер бежит. Циклоп 34. Видите, сталкер здесь есть. Не я один бегаю. Даже в такую глухомань заходят. Ладно. На этом, сталкеры, я с вами попрощаюсь. Пожелаю всем удачной зоны, поменьше ПКшников и побольше хабара. До встречи, сталкеры. Пока.